кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Участвуйте в программе накоплений «Рента». Увеличивайте ваши средства на самых выгодных условиях. 18% годовых по сбережениям. Подробности по телефону 652001. Улица Красина, 56. Двери, ламинат, линолеум, паркет, пробка, ковролин, обои, фрески, 3D-панели, люстры ждут вас в магазине «Декор» по улице Невежина, 1. Баба Варя чистит картошку. Баба Варя чистит картошку на реактивном самолете, преодолевая звуковой барьер. На скорости все становится эффектнее. 4G. Мотив к переменам. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Хотите выгодно хранить свои сбережения? Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» подготовил для вас различные накопительные и доходные программы. Привлекательные процентные ставки. Улица Красина, 56. Телефон 652001. Новая коллекция обоев из Европы. 3D-панели, фрески, люстры ждут вас в магазине «Декор». Улица Невежина, 1. Реально все для смартфона. Бесплатные звонки на любые номера, смс-сообщения и, конечно же, интернет-трафик на высокой скорости 4G. Выгодное предложение от оператора сотовой связи «Мотив». Подробности в офисах продаж и обслуживания компании «Мотив». А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на вторник эхом уходящего циклона в Заурале еще кое-где отзовутся скоротечные заряды снега. Днем же инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему распогодится, а температурный режим окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. В Тюмени минус 4, минус 6, в Екатеринбурге минус 2, минус 4, в Челябинске минус 3, минус 5, без осадков. В Кургане облачно с прояснениями, возможен кратковременный снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 9. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 4. Атмосферное давление будет расти и составить 769 миллиметров ртутного столба. 16 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!